Так, сейчас мы выходим на ту часть улицы короля Георга V, где мы еще не ходили, где я видео не снимал. Сейчас пересекли улицу Дизенгофа, первого мэра Тель-Авива. Сегодня суббота, шаббат. Улицы почти пустые относительно. Да, тут много таких мест, где можно хорошо навернуться. Бар Геора налево. Вот у нас кафешки работают, такие нешабадные. Монстры, скелеты. Ань, ты когда... Ты посмотри, может, обменник какой-нибудь будет по пути, который работает. Смотри, если обменник будет, который по пути работает. Чтобы вечером нам не дергаться. Может быть, тут есть какие-то обменники.
24-часовой магазин. Первый дом. Скверик какой, уютненький скверик, он же, смотри. Шерутим. Вот тут присядем ненадолго.